Только через то, что... Извините, но я не верю в Бога. Ну и что не веришь? А знаешь, почему ты не веришь-то? Ну, просто не верю и все. А написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились и проделали гнусные дела. Ну от грехов это неверие, от чего еще-то? Ну ладно. Как ты не веришь, если тебя Бог создал? Я существую от обезьян. Для меня это... Я только в это верю. Мы все произошли от обезьян. Возможно. Еще не доказано. Ну вот, видишь, ты говоришь, не доказано. Ну не доказано то, что и Бог существует, поэтому... Ну так вот, ты вот камеру держишь или телефон. Ее же кто-то создал. Ну, ее создал... Ну, не знаю, кто создал. Ну, ее человек создал. Ну, ее человек создал, да. Ну, а сам человек-то миллион раз сложнее, чем этот телефон. И ты говоришь, никто не создал его, оно само так ветром надуло. Я такого не говорил. Ну, а как оно тогда появилось-то? Ну, его кто-то... телефон кто-то создал. В каком-то году. Так, нет, понятно. Хорошо. А человека кто создал тогда? Обезьяну кто создал? Ну, сначала все появилось с маленькой точки. Потом эта точка превратилась в Вселенную. Начали появляться планеты. Появилась Земля. На Земле появилась первая живность. Но само появилось оно, потом правильно? Потом появились обезьяны. Само оно появилось, правильно? Ну, по идее, да. Это ну, само по себе. Ну, а что сложнее устроено? Организм человеческий или телефон? Естественно, человеческий организм. Ну, а что ты, покажи хоть один предмет, который создал человек, чтобы он был сложнее, чем сам человек. Такого не найдешь. Естественно. А ты, ну, а тебе же в голову не приходит на том, что оно само надуло? Само там создалось, из точки там выросло, я не знаю, там надуло ветром. Тебе такое в голову не придет. А тут тебе почему-то это в голову приходит. То есть все так хорошо устроено, все слаженно действует. И это так само, что ли? То есть нету того, кто это все задумал? Нет, есть. Просто вот я не верующий, я не верю в Бога. Для меня Бога не существует. Но я же не оскверняю его, правильно? Я же не говорю, да то, нет, что он да. Так, как он ты не его, ты себя оскверняешь этим. Неверующий — это безумие, просто безумие. Ты отрицаешь своего Творца просто. То есть ты говоришь, меня никто не создал, я никому ничего не обязан. В мире несколько миллионов человек, которые не верят в Бога. Я один из них. Что в этом плохого? 2 миллиарда мусульман есть, 2 миллиарда христиан. И они все верят. А там сколько, ты говоришь, несколько миллионов неверующих. На них все преступления приходятся, на этих людей. Неправда. Неверующий ты все, ты можешь обмануть, ты можешь украсть, потому что, ну, если никто не увидит, то что тебе? Ты Бога смотрите, не боишься. Смотрите, я пока ребенок, правильно? Я пока ребенок. Ты Бога нет, не боишься? Ты Бога не боишься, а когда ты курю, будешь родителей не слушаться? Мне это не надо. Что? Я слушаю своих родителей. Ну, тебе выгодно, ты слушаешь невыгодно, не будешь слушать, ты же Бога-то не... нету, кто будет за тебя за это спрашивать. А ты думаешь, как, почему люди совершают гнусные преступления? А потому что для них Бога нету. Они не знают, что пойдут на страшный суд, в гиену огненную. Гнусные преступления делаются потому, что человек этого сам захотел, и он решает свою судьбу. Верно, сам захотел, а он знает, что он отвечать ни за что не будет. Он отвечает за себя, он знает, на что идет. Нет. Поэтому они... Ну, он думает, после смерти не будет ничего. Вот поэтому и преступления совершает. А если человек верующий, то он боится Бога. Он знает, что Господь спросит за каждое слово, за обман. За любое слово он спросит, за любое действие. Даже не так посмотрел. И то Господь говорит, что спросит за это.
Ладно, извините, у меня времени мало. Мне просто на обследование надо идти. Ну давай, да благословит тебя Господь. Давай, уверуй, ты не надо в этом пребывать. Это все, жизнь под откос пойдет. Не надо этому заниматься. Это все ладно, детские игрушки, а это серьезно уже. Суд Божий, это серьезно. Давай, ладно, давай, с Богом. До свидания. Мир вам. Вы по-русски разговариваете? Это я твою розу поцарапаюсь. Мир вам. Здравствуйте. Привет. Как дела у вас? Мы верующие, у нас все слава Богу. Мы каждый день благодарим Бога, что Он дает этот день, что мы живы, дышим. И другим можем рассказать. У вас есть эта книга дома такая? Нету. А вы ее читали? Когда-нибудь? Я нет. А сколько вам лет-то? Ну, мне 13 сейчас, по крайней мере. Ну, у вас пока маленький возраст, без родителей, что с вами разговаривать-то? Ну, веруйте в Бога. А тогда... Слушайте, слушайте родителей. Все. Ладно. До свидания. Да благословит вас Господь. Хорошо. Мир вам. Слышно меня? Да. А вы в Бога веруете? Нет. То есть вы не веруете в того, кто вас сотворил? Вы отказываетесь от него? Мир вам. С миром. Свердловский. Область? А? У вас такая книга есть дома? Какая? Вот такая. Не, у нас не будет, не у нас не будет, у нас будет Коран. Какая у вас Коран? Коран. Коран. Вы мусульмане? Да, Коран. Хамля, да. А у вас этот, у меня друг тоже мусульманин, я сам. Из Казани. У меня все друзья мусульмане практически. Кто есть? Ты этот? No. А мы православные христиане. Проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Сейчас подожди, немножко. Ой, где у меня? А как-то камеру можешь сделать, чтобы видно вас было? Что-то ноги одни видны. Да. Сделаю, подожди. Мама, купи 5 минут. Сука, купи, пожалуйста. Аза, подожди, пожалуйста. Вот. У меня именно про православный есть вопрос. Хорошо. Ну вот вопрос. Девочка. Мир вам. Ржан, вставай, на работу пора. У вас такая дома книга есть? Нету. Ты что там молишься? У тебя что, демоны? Есть такая, нет?
Нету. А вы в Бога верите? Да. Верите или нет? Не слышу. Да. Оба? Нет, трое. Нас трое, ты понимаешь? А, трое. Все троем верите в Бога? Нет, да. Или кто-то не верит из вас? Нет. Один не верит. Ну, неверие – это полное безумие. Это отрицать своего Творца – это безумие. Ну, ладно, вы, я вижу, вам возраст небольшой. Вы без родителей, это что я с вами буду разговаривать? Послушайтесь родителей. Дым себе в голову пускайте. Зачем курите? Чё? Зачем курите-то? Зачем? В смысле зачем? Ну тут все курят. То курят, то пьют. Блядь. Хочется. Не материтесь. А вы не материться можете и не курить? Ну, мы вообще-то на работе. Мы... Ну вы можете не материться и не курить немного. А я чё, мат сказал? Ну что-то там кто-то или сказал, или... Могу. Или мне послышал? Ну, чё тебе послышал? С курящим не разговариваю. Потому что смысла нет, у него дым в голове. Ну выбросьте сигарету. А, да. Ну вот, вот. Да. Нету сигареты. Все, до свидания. Мир вам. Че, вы умираете? Нет, мы рождаемся. Пьяные, что ли, вы там лежите? Вы ебаете. Ну, понятно. В деревне? Здорово. Где-то? Да. Здравствуйте. А что-то не Здравствуйте. Видно? Здравствуйте. Что-то не видно тут. Сейчас, погодите. Вот они мы. Ну, вам сколько? 18 лет-то еще нету, похоже. Я вам о Боге хотел рассказать. Вы веруете в Бога? Мы верим. У вас есть такая книга дома? У моей... Господи, пошли. С миром. Угу. А ты? У вас такая книга дома есть? Да, вон тут лежит. Вы читали ее? Да. А вы верующий вообще человек? В Бога верите? Ну так. Веруете, что страшный суд будет? Да. Что за каждое слово дадим ответ. Ну, это уже хорошо. Мы сюда, вот мы православные христиане, сюда зашли, в этот мрак, чтобы людям рассказать о Боге. Они тут делают непотребные дела и думают, что ни за что отвечать не будут. Расскажите мне о Боге. Ну, Бог сотворил этот мир. Создал человека, насадил его в раю. Дал заповедь, чтобы не вкушать плода. Но человек отошел, послушал дьявола, отошел, ослушался Бога. И за это уже погибло около 100 миллиардов человек. За это ослушание Бога. Угу. Все люди в ад шли. Но потом Господь отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Воздаяние за грех – смерть. Каждый человек, кто согрешает, за это должен понести смерть. Но Господь Иисус Христос взял эту смерть на себя, на кресте его распяли, и он заплатил за грехи мира. И сейчас кто верует в него, тот будет спасен верою и праведной жизнью. Потому что он может прощать грехи, он заплатил за этот грех. Это благая весть, которую он принес мир, и которую мы несем. Вот и ты есть, вот кто такой Бог. Милосердный Бог. А чем много таких придурков встречается здесь? Что? Много здесь придурков встречается. Ну, 95%? 99% здесь просто невменяемые абсолютно. Что-то пьют постоянно, курят, что-то там. Показывают непотребные. Совокупляются между собой. Они как только видят Библию, только видят, сразу все. Сматываются. Mm-hmm. Их даже не становится.
А ты совокупляешься с кем-то? Я же не животное. Это же, говорят, тоже грех. Что грех? Совокупляться? Как животное, да, грех, конечно. А у человека есть муж, жена, ложа у них непорочна. Когда венчанный брак для продолжения рода, для того, чтобы дьявол не искушал. Это нормально. Должно быть все благословенно у Бога. Куришь, пьешь? Нет, я же верующий, как я могу курить и пить? Ну, вдруг. Нет, верующие ничего это не делают. Ну ладно, давай тогда, удачи. Ну ладно, благослови тебя Бог. Угу, спасибо. А мне что, себя показывать, что ли? Я стрелом. Серьезно, господи. Погоди, у меня вообще звук работает. Мужик, ты что там сидишь? Чё? Чё, кто? Где? Мир вам! Спасибо. И вам. Того же. Вы на природе сидите? Я не знаю, куда я направляюсь. Да, на речке. А у нас вот дождь начался. Почувствую. Хреново вам, а ты где? Мы из Казани. А. Мы зашли сюда, здесь такое творится. Мы верующие, православные христиане, зашли рассказать о Боге, о страшном суде. Вы веруете в Бога? Это, знаешь, короче, у меня есть карточка, блядь, типа это Аминбанк. Да, да, конечно. Нет. Конечно, нет. Увы, я нет. Вот он, да, но я не против. Но я крестоносец, мне можно. А еще я татар. Татар? Да. Крещеный татар? Да. Ну вот, видишь. Я тоже. Ты тоже крещеный татар? Я тоже крещеный татар. Нет, ты крещеный казах. Нет, я тоже так же, наполовину татарин. А, прикольно. Ну у вас такая дома книга. Сколько? У вас книга вот такая дома есть? Да. Да. Каждый день, блядь, читаем. Вы ее читаете? Конечно. Да. Ну, а почему тогда вы, вот, допустим, это ваша жена, что ли, или кто? Да. Платок не носит, она не одевает. А показывает, она не... раздетая перед чужими людьми. Она не приняла мусульманство, успокойся. При чем здесь мусульманство-то? Это мусульманство еще не было никогда. Уже все женщины всегда были покрыты. Сейчас, слушай. И другим, пожалуйста. Нам не надо. Не ругаться вы не можете, ну, понятно. Да. С миром. С миром, говорю, с миром. У вас микрофон не работает, абсолютно не слышно. У меня все за***ет. Проверял. А вы не ругаться не можете, не материться? А говоришь, микрофон не работает. Заработал. А первой фразы не нормально. Были слышны. Все, отлично. Ты как сам-то? Ну я, слава Богу, мы верующие, у нас все хорошо. Мы Бога благодарим каждый день. А в кого веруешь? Верую в Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа. Правильно. В Иисуса Христа, распятого и воскресшего. А ты откуда сам? Я из города Казани. Казани? Да. Вот недалеко. У вас, кстати, Акбарс играет казанский, да? Ну да, там хоккейный клуб. Да, есть такой. Ну. А у вас книга такая дома есть? А, вы курите? У вас опять отключился микрофон, посмотрите. А ты знаешь, что на твоей Библии крест не православный?
Вот на этой? Да. Он должен быть еще. Еще должна черточка одна быть. О, нету. Это тоже православный крест. Это, нет, это баптистский. Нет. Нет, нет. Это Библия не, не баптистская, не сектантская. Здесь 77 книг. А у тебя икон дома есть? Ну, конечно, есть. А я крест же, покажи. Я же не сектант. Вот же я крещусь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да так они и те крестятся. А крест покажи свой. А зачем? Ну, вы такой же у тебя, на Библии крест. Я перекрестился, что вам еще надо? Сектанты, а они ты не один живешь? Сектанты, они не крестятся. Нет, я не один, я с женой живу. Какая разница? С женой? Что? Конечно. Какая сектанты, они не могут положить крестные знамения на себя. Да ладно, давай другую тему. Что ты мне про этих сектанты какие? Кем работаешь? А вы-то кем? Вы-то кто, по вере? Я? Да. Православный. Все, а курите? А говорите православный. И что, мне теперь надо не курить, что ли? Ну, конечно. А как вы можете курить? Как вы причащаетесь и исповедуетесь тогда, если вы продолжаете грешить? А я не помню, когда я последний раз причащался. А ну, говорите православный. Так вы не православный, вы не верующий. Не, ну, каждая своя вера. Ну как-то, у православной веры не своя, она конкретная. А я еще, я тебе еще это хочу больше сказать, я еще и алкан. Ну а вот, а написано, пьяницы Божие, царство и Божие не наследуют. Пьяницы, царство и Божие не наследуют. Говори, говори. Говори. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. А почему у нас сейчас в церквях все стало платно по прескуранту цен? Потому что они преступники. В этом вот. Деле. Ну вот. То есть люди, к которым мы приходим исповедоваться, они сами изначально преступники. Вы к людям, что ли, приходите исповедоваться? А мы к Богу приходим исповедоваться. Если бы вы были православными, знали бы веру, а как вы Господь знали. Бог это допускает? Так так же допускает, как вам допускает курить и пить. По вашей свободной воле. Но там же святая святых. Святая святых – это Бог. А люди, Бог. Такие же, как вы, такие же, как я, мы согрешаем. И так же священники согрешают. Они перед Богом сами ответят. Ну послушай, тогда можно в церковь не ходить, я так понимаю. Можно молиться дома, правильно? Вне церкви нет спасения, без церкви нет таинств, нет исповеди. Если нет исповеди, то грехи не прощены. А если нет грехи не прощены, ты не можешь не причащаться. А если не причащаться, то жизни нет у человека. То есть ты будешь вне жизни жить. Будешь все время грешить, падает и все дальше и дальше от Бога. А потом не верить. А зачем мне? Скажи, а зачем мне тогда ходить к бандитам? Вы не, потому что вы не к бандитам, а к Богу ходите. К Богу. У нас телефон садится. Надо идти к Богу, исповедовать свои грехи, и Господь даст силы их больше не совершать. Мир вам. Какой Ереван? С миром, говорю вам. С каким миром? Война на улице, какой мир? Мы православные христиане. За все благодарим Бога, и за войну. И за Майдан, и за Гитлера, и за Сталина. За все славим Бога, за его суды. Блин, нихуя ты милосердный какой человек. А вы не материться можете? Немножко. Ну, не ругаться. Могу, но тяжело приходится. Не ругаться. Ну, иногда получается, иногда нет. Ну, чтобы немножко, чтобы когда поговорить. Иногда... Чтобы... Ну, когда просто шокирован бывают, не получается не материться. Просто нескладно получится. Не-не, чувак, давай, не болей, короче, я пошел дальше, я не выведу. Почему вы голый? С миром. Здорово. У вас такая дома книга есть? Есть. Вы ее читали? Читали. А вы пьете, курите? Курю и пью. А вы по вере это кто? А вы можете не курить хотя бы немножко? А что, стесняю? Ну, что говорить, если у вас дым в голове сейчас будет?
Ну, аплодисменты. Вы мясо кушаете? Конечно, я же православный. Я ем мясо. А у вас мясо в теле. И разница в чем? Не слышу. У меня дым в голове, у вас мясо в теле. А разница мясо в чем? Мясо то, что есть. Мясо у меня дым есть. В голове, у вас мясо в теле. Мясо-то есть не грех. Но это уже неправильно. Как это не грех? Это же такое живое существо, как его можем? Оно себе растет так же, как и мы растем. Чем мы отличаемся от них? Так Господь говорит, все тем, что мы разговариваем. Господь говорит, все движущееся, то есть он про животное говорит, будет вам в пищу. То есть Господь разрешил это есть. Это... А крови, ну так они же есть. Тоже себя едят. А крови нельзя есть. Ну, они же тоже есть. Себя едят, и мы их едим. Вот чем мы с ним отличаемся от них? Ничем. Мы от них отличаемся... Без они думают, ну, может они думают по-другому. Они не думают. А чем думаете? Мы отличаемся от дерева? У дерева души нет. Чем мы отличаемся от дерева? У дерева нет души, у человека есть а душа. А кто это сказал, что у него есть? Бессмертная душа у человека есть. А кто это сказал, что у него нет? А кто сказал, что нет души у него? Оно же помнит, оно очень хорошо помнит. Господь есть сказал память. Это. Значит, создам есть душа. Душу живую. А? Господь сказал, и создам душу живую. А про человека. А про деревья такого не сказал. А она что, мертвая? Произрастит земля растения, сказал. Ну как это? Ну, а нас кто произрастил? Нас никто не произрастил, нас Господь сотворил по образу и подобию своему. Мы его планировал. Божий. Не, ну а что, а я вот не могу понять по образу и подобию своему. Это то есть у него есть две руки, две ноги? Нет, это не о телесном речь. Это о том, что мы, он нам дал свободу, как сам свободный. Мы личности, как и он личность. Мы имеем сознание, как он имеет сознание. Вот по этому образу подойдет. А какую свободу не имеет дерево или животное? Свободу ни дерево, ни животное вообще никакой не имеет. У них нет сознания, чтобы выбирать между почему? Ну, да, я вот здесь не согласен. Я вот здесь, что? Вот это моя точка зрения, здесь я не куда, согласен. Куда дерево посадишь, там оно и будет. А куда, где человек родился, там и помер. Да нет, зачем, он может уехать. Ну как, ну в ту же землю и ушел. А какая разница там? Ну что ты, а что ты где-то, допустим, так. Там сначала был в Тюмени, в России находишься, или я вот где-то там. В чем разница, земля-то одна. А сначала так не было. Господь создал бессмертным человека. Но человек согрешил, и после этого грех вошел в него, и появилась смерть. А до этого так не было, был бессмертный. Грех, что съел яблоко, да? Да. Что съел яблоко. Послушался и съел яблоко. Послушал голос. Адам вот послушал извиняюсь, голос. В вашем понимании... Хорошо, я понял. А в вашем понимании, что такое яблоко? Ну, это прям вот этот вот плод, который висит на дереве? Там или что-то сказано, это что объективное такое? Какой-то смысл в этом содержится? Что это за яблоко? Смысл такой содержится в этом. Что оно под собой подразумевает? Человек был создан совершенным какой? Сразу же. И чтобы проявилась его свобода, нужно было поставить хоть одну заповедь. И одна заповедь была самая простая. Не вкушать плода от дерева. Познание добра и зла. В этом проявлялась человеческая свобода, чтобы он избирал добро. То есть то, что заповедь Божью слушал, а не слушал дьявола, который ему сказал, съешь этот плод. И он ослушался, то есть он не поверил Богу, а поверил его противнику. Именно поэтому он был изгнан. И грех вошел в мир. А может это и была свобода? Вкусил свободу? Еще раз. А может вкусил секс? А может вкусил свободу, поэтому это и было яблоко. А может вкусил секс, размножение. Это было яблоко. Или может было такое понятие, что можно поднять руку на блин, как бы, и на Бога. Тоже понятие яблоко. Так а что такое яблоко-то? Что мы узнали-то с этого яблока? Как вкусил это Адам и Ева? Во-первых, мы узнали, что... Что они узнали-то?
Что не, заповедь. Почему мы не можем узнать-то это? Что нет, все, они вкусили плод. Ребро и зло, это понятно. Это понятно. То есть можно сказать да, а можно сказать нет. Это так получается, да? То есть, а может быть, яблоко и было это тем таким словом, когда человек сказал нет. Вот это яблоко. То есть он стал противоречить. То есть, может быть, эта Библия-то это не Библия, не святая книга, с другой стороны, богохульствую говорю. Ну а что? На то мне и дали свободу. Бог дал свободу, чтобы говорить то, что я думаю. Ведь так? Так. А может быть, Библия это не Библия вовсе. А может, это какой-то учебник по истории. А может быть, это действительно что-то было. Но нужно читать не букву в букву, а может быть, между строк и понимать совсем другой смысл. Но вы читали Библию, я понял. Мы читали Библию, изучили ее. А до Библии что вы читали? Ветхий Завет читали? Ветхий Завет входит в Библию. В Библию входят две книги, Ветхий и Новый Завет. А все вместе это 77 книг. 50 книг Ветхого Завета. Я как бы и то читал. Я читал. Ну, я читал. Вот у меня была книжка Ветхий Завет, вот она Библия. Я верю в Бога, но не так, как вы в Него верите. Может быть, я и атеист поэтому, а может быть, это по вашему лице. Но, тем не менее, у меня есть свобода. Я маленько все по-другому понимаю. Ну, я не спорю, конечно, вывод. По-своему, я по-своему. Господь говорит, отвергающий меня, не принимающий может слов быть, моих, отчасти. Имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить я просто... в последний день. По слову будет этому Господь судить нас. По этому слову Он будет нас судить. Поэтому вы можете думать, не думать, принимать, не принимать, а судить-то вас по нему будут. И меня тоже по нему. То есть в вашем понятии судный день – это некий такой, вы будете стоять перед кем-то на коленях, а вокруг вас будет 12 или 14, или знаю, больше, меньше, богов или непонятных существ, каких-то ментальных этих образов. И они будут спрашивать с вас, а может быть вам да это вас жизнь-то доната. Куда-то. Такого нету. Не чтобы свято думать, а может быть развиваться не обязательно в физическом плане. И не стоит зацикливаться. Ведь вы же прочитали обычную книгу. Обычную книгу прочитали. На протяжении многих тысяч лет уже. И каждый раз по-новому читает, и все глубже и глубже в него. Я бы с другой стороны читал. Это книга всех книг, как я Мартин Лютер сказал. Есть одна книга. С стороны читал того же Геродота, отца истории. А почему? Ну, у вас дым в голове, невозможно вас слушать.